Сегодня на заседании городской думы депутаты официально освободили от занимаемой должности исполнительного директора самоуправления Сергея Фридмана. Разговоры о том, что новой команде с ним не по пути, руководитель слышал неоднократно, впрочем, как и предложение покинуть пост по собственному желанию. Напомним, Фридман пришел на этот пост 2 декабря, до этого времени возглавляя комбинат бытового обслуживания. В отсутствие мэра Жанны Кулаковой комментировать основания для смещения исполнительного директора взялся первый зам Виталий Азаревич. Основание, я так понимаю, что основание – это заявление господина Фридмана с просьбой освободить, потому что он нашел, сегодня мы с ним беседовали, в частности, да, он сообщил, что он нашел новую работу, и поэтому подал заявление. 24-го Жанна Михайловна подписала заявление его. Отвечая на вопросы депутатов, сам обсуждаемый выдал совершенно другую версию. Я пошел навстречу предложению мэра. Предложение заключалось в том, чтобы оставить этот пост. Но каким образом? Аргументировал только тем, что это политическая должность. И, в общем-то, это политика. То есть никаких претензий ко мне лично она не высказывала. Высказано только, что это политическая должность, поэтому как бы... Но тот человек хороший, но не подходит. Да. Еще ранее, намекая об отставке, руководство города предлагало Фридману вернуться на прежнюю должность, но и сегодня он подтвердил свой отказ, поясняя, что попробует себя в частных структурах. Я ухожу работать дальше. То есть не в государственные структуры, не в муниципальные, просто у меня есть варианты работы, у меня есть предложения, я найду себя и в ближайшее время буквально. Вакантное место пока остается свободным, но, судя по всему, недолго. Не исключено, что в новой, подходящей для нынешнего руководства кандидатурой станет недавно принятый зам Андрей Курситис.